Казахская академия питания рекомендует отечественным производителям обогащать растительное масло витаминами А и Д, дефицит которых приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вопросы правильного питания обсуждали в Актюбе. Участники встречи пришли к выводу, что Казахстану необходимо разработать национальную программу здорового питания. На сегодня фортификацией продукции занимаются только мукомолы и молочники. Подходы в мире к профилактике заболевания, связанные с питанием, они определены. И каждая страна на основе вот этих международных рекомендаций должна принимать свои национальные программы. К сожалению, у нас в Казахстане до сих пор отсутствует национальная программа по питанию, по здоровому питанию. Хотя сейчас во всем мире идет уже третий пятилетний цикл реализации.